После того, как школьник из Нового Уренгоя поделился своим видением истории, в которой фашисты под Сталинградом были невинно погибшими, эта новость дошла и до ветеранов. Своим мнением о школьной альтернативной истории с накануне ТВ поделился председатель Ямальского окружного совета ветеранов войны и труда Виталий Рожковский. Я считаю, конечно, это недопустимо. И вообще, куда там смотрел департамент образования, и вообще, кто учителя, и как так могут наши школьники-десятиклассники такие вещи там вообще рассказывать. Значит, они историю другую совершенно изучают. По этому выступлению получается, что они не знают положения дел истинного-то. До того доучат, что будут говорить, что мы напали на Германию. Конечно, это просто возмутительно даже. Ирана, например, мы, конечно, возмущаемся. Особенно у нас участники войны услышали, это вообще только у нас людей погибло. И получается, что в лагере содержали их невинных, оказывается, они просто к нам в гости сюда приехали. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».